Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим комплект светодиодных ламп от компании KXN V2, версия 2, на цоколь HIR2, температура свечения 6000 кельвинов. Комплект поставляется вот такой вот пластиковой прозрачной упаковке. Давайте его рассмотрим поближе. Внутри у нас находятся две светодиодные лампы. Инструкция у нас в нижней части коробки находится по установке. Лампы мощностью 30 Вт. Лампы внутри полностью металлические. Система охлаждения здесь также есть активная, встроенный кулер имеется. Вот провод подключения. Подключается питание как 12, так и 24 вольта. На проводе подключения имеется небольшой драйвер, металлическая коробочка. На каждой лампе используется по 6 светодиодов, мощность, как я уже сказал, 30 Вт. Производятся данные лампы в Корее. Вторая лампа абсолютно идентичная. Помимо того, что встроенная активная система охлаждения, есть еще пассивная, так как лампа вся металлическая, все тепло от светодиодов распространяется по всей плоскости лампы, не давая ей тем самым перегреваться. Вот сейчас мы одну из ламп подключим на питание 12 вольт и визуально посмотрим, как они будут отсвечивать. Подключаем питание 12 вольт. Слышно, как работает кулер. Яркость лампы очень высокая, цветовая температура 6000 кельвинов заявлена, мощность светового потока заявлена производителем 4500 люмен. После установки данных ламп в автомобиль нужно будет правильно выставить светотеневую границу, дабы не слепить других участников дорожного движения. При покупке на комплект ламп обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.